Царь император Александр III сказал известную фразу. Он сказал: «У России нет друзей, нашей огромности боятся. У России только два надежных союзника – ее армия и ее флот». Это наша огромность заключается не только в территории, это наша огромность заключается в огромности нашей веры православной, нашей духовности и нашей государственной имперской идеи. И эта идея православная, идея государственная, всегда в России шли рука об руку тогда, когда Россия процветала. Все честные отцы, братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. И для меня большая честь выступить здесь, в этой аудитории, среди людей православных, среди людей, которым не безразлична судьба России и которые болеют душой за будущее Святой Руси. Тема моего выступления называется «Два главных имперских ядра современного мира и их историческое противостояние». Вот, казалось бы, тема обозначается как политическая или даже геополитическая, но она самым непосредственным образом связана с православием. Нельзя оторвать политику от православия, нельзя оторвать экономику от православия. Нельзя оторвать все то, что сейчас происходит в мире, от системы православных координат. Ибо только через них можно осмыслить жизнь государства, жизнь человечества и нашу личную жизнь. И обрести смысл жизни в Боге, в истине и понять, для чего же мы все-таки пришли в этот мир? Какова наша данность и какова наша заданность? Почему я обозначила эту тему как противостояние? Мы начнем со слова «противостояние». Казалось бы, все нормально, все говорят о мире, о безопасности, все пребывают в таком вот благостном состоянии, прекраснодушии таком. Но, тем не менее, тревога все-таки наполняет нашу жизнь. И обусловлена эта тревога именно противостоянием. Один из видных политиков США, влиятельных политиков, бывший посол США в ООН Джон Болтон, в своем интервью Guardian сказал: «Политический контекст, которым руководствуется в Белом доме и на Даунинг-стрит, таков, что мы находимся сейчас в состоянии войны, такой же серьезной, как Вторая мировая война». Это про наши дни. И это очень тревожная оценка. А вот эта цитата из Панарина. Он... Удивительно, наш русский философ, который написал, посвятил книге глобализации, посвятил книге православию, у него много хороших работ, и он правически в свое время обозначил ситуацию, которая сейчас происходит в мире. Сегодня она глобальная катастрофа, все явственнее выступает перед нами в ином качестве, как начатая победителями в холодной войне Четвертая мировая война за передел мира и право беспрепятственно распоряжаться планетой по своему усмотрению. Нас не должен обманывать тот факт, что эта война пока что ведется постклассическими, нетрадиционными средствами, исключающими прямое физическое насилие. Суть не в формах пущенного в ход оружия, суть в том, каковы цели войны и масштабы
задуманного захвата. А каковы цели войны? Вот этой войны, мировой войны, глобальной войны, о масштабах которых пишет Панарин. И вот цели войны очень хорошо сформулировал в свое время директор разведного управления Министерства обороны США Томас Вильсон, выступая на слушании в Сенате. Кстати, этот человек за полгода до терактов, террористических актов в сентябре, 11 сентября, сказал, что за полгода до этих событий он сказал, что Америку ожидают террористические акты, которые будут сопряжены с колоссальными человеческими потерями. Так вот, уже после этого, выступая в марте в Сенате, Томас Вильсон, человек очень информированный, обозначил так сегодняшнюю ситуацию. Поствоенный период, длившийся после окончания Холодной войны, закончился 11 сентября. Следующее десятилетие будет определяться борьбой за глобализацию. Террористические атаки 11 сентября были первыми стратегическими ударами в войне против представления США о будущем мировом порядке. Итак, цели войны. Это война за глобализацию, как обозначают это американцы, и это война за новый мировой порядок, будущий мировой порядок. А что это такое, мировой порядок? Как обозначается он, как его понимают те, кто ведет эту войну? И вот в Гарвардском университете выходят две программных книги. Одна из этих книг, они посвящены темам глобализации и как раз вот темам нового мирового порядка. Одна из них называлась «Империя». Почему я так уделяю такое внимание этой публикации? Потому что в Гарварде в свое время был разработан гарвардский проект, проект холодной войны. И оттуда выходят действительно программные вещи. Так вот, два автора, Майкл Харт и Антонио Негри, написали книгу «Империя», где они дали понятие тому, что такое новый мировой порядок. Они написали: новый мировой порядок предполагает, что новые этические и законодательные стандарты добра и зла будут утверждаться одним для всех. Стандарты добра и зла вообще-то утверждаются Богом. Это его прерогатива. И кто один, кто это один, кто хочет стать на место Бога и утвердить свои стандарты? И это Антихрист. Кто ему противостоит, кто смеет бросить вызов Богу? Это тот, корона для которого уже отлита в институте третьего храма в Иерусалиме. Это тот, который должен прийти к власти, быть приведен к власти в третьем храме, макет которого уже создан в Израиле. Это тот, кого они ждут. Вот этот один, это за него, это за его приход ведется сегодняшняя война. И мы должны это четко понимать. Но я хочу сказать, что мы не должны при этом падать духом, потому что от того, как пишут святые отцы, насколько сильна будет наша вера, настолько мы сможем отодвинуть приход Антихриста. И понимая опасность и серьезность нынешней обстановки, мы должны возгревать эту веру православную в себе, в своих близких, и подавать пример православной жизни по возможности, как Бог подает, чтобы мы смогли духовно сопротивляться этому нашествию. Поэтому мы не должны падать духом, мы должны мобилизовать себя духовно. То, что нам нужно сейчас в связи с этой войной, это духовная мобилизация. Именно она
поможет нам справиться с тем злом, которое наступает на нас, на Россию и на наш народ. Я хочу охарактеризовать эту войну. Я хочу опять привести слова Панарина. Классические войны были связаны с технологиями поражения человеческого тела. Новейшие, постклассические, с технологиями поражения человеческой души, теряющей нравственную и культурную опоры. Это война религиозная. И это война, которая имеет духовные, религиозные цели. И мы не должны обманываться в этом. И те же авторы из Гарварда, которые написали книгу «Империя», они впоследствии продолжили тему эту нового мирового порядка в другой книге, которая называется «Множество», где они обозначили как раз вот религиозную сущность этой современной войны. Они написали: «Война США за демократию является войной за установление нового мирового порядка». То есть вот то, что они объявляют, война против терроризма, война за демократию, на самом деле это есть прикрытие сущности, религиозной сущности современной войны, которая идет за установление нового мирового порядка, порядка антихриста. Один из теоретиков и политологов, очень известных, в Соединенных Штатах, Роберт Штраус Хуппе, когда-то в своей работе «Равновесие завтрашнего дня» определил, какие явления будут сопровождать установление нового мирового порядка. Я почему говорю о Роберте Штраусе Хуппе? Он был учителем очень многих современных американских политиков. И в том числе таких известных, как Никсон, Рейган, Киссинджер и целый ряд других, которые, вот Бжезинский, которые сейчас вот у нас на слуху. Итак, вот что он сказал. Новый мировой порядок будет последней фазой исторического перехода. Задача американского народа при этом будет заключаться в том, чтобы, первое, уничтожить национальное государство, повести ослабленные страны к формированию более широких союзов и остановить с помощью силы попытки саботажа нового мирового порядка. Именно он стоял у истока формирования НАТО. И он выступал за трансформацию НАТО в такую вот глобальную наднациональную организацию, в такую глобальную полицейскую военную структуру. Итак, смотрите, уничтожить национальные государства. Как можно построить новый мировой порядок, глобальную империю? Его можно построить, только уничтожив национальную государственность. Только уничтожив национальное государство. Об этом и пишет Штраус Хуппе. Затем, раздробив государство на мелкие протектораты, их нужно объединить, но уже на новых основах, на новых основаниях, условиях. Их нужно объединить в блоки, которые должны стать блоками мировой глобальной империи Антихриста. И остановить с помощью силы попытки саботажа, то есть новый мировой порядок. То есть кто будет сопротивляться, их нужно просто уничтожать силой. Ну что американцы делают сейчас по всему миру? Итак, вот уничтожение национальных государств. Сейчас я вам покажу схему, которая является собой такую матрицу установления мирового порядка. Вот слева традиционное такое графическое изображение, такое изображение традиционной государственности. Оно иерархично и состоит из физического, экономического такого пространства, туда входит, ну, как человек, да, он состоит из трех
сущностей. Это плоть, это сознание его и это душа его. Так вот, физическое это есть, а государственность, она и есть в определенной степени продукт человека. И поэтому она несет, равно как и война, кстати, и она несет на себя эти три начала. Физическое, то есть это чисто территория государства, это экономика государства, это демография, это все, что связано с физическим, с физической, материальной такой составляющей, ментальное пространство, это пространство сознания. Сюда входит политика, сюда входит информация, сюда психология, массовое сознание. И, наконец, самое высшее пространство – это духовное пространство, которое определяется религии, которая связана с Богом. И вот когда эти три пространства вот так выстроены, когда духовное пространство находится выше политики и выше экономики и определяет их связь с Богом и таким образом нравственную ориентацию и власти, и народа, и экономики, и государства, тогда мы можем говорить, что это государство православное, духовное, когда оно ориентировано на Христа, когда оно ориентировано на служение Богу и политической элиты, и народа. И тогда в этом государстве все устрояется во благо государства и во благо народа. Вот что такое иерархическая государственность. И поэтому наши враги, а им нужно уничтожить национальную государственность. Они и ведут борьбу против государства, они ведут борьбу против иерархии, против вот этого построения. И что они хотят сделать? Они хотят расщепить эту иерархическую структуру по всем параметрам. Они хотят на месте этой вот стройной иерархии, они хотят создать много мелких иерархий. Они хотят разбить это все в сеть, из вертикальной в горизонтальную структуру. Вот модель этой сети показана здесь. А что такое сеть? Сеть – это ячейки, сеть – это фрагментация, сеть – это сепаратизм, это оторванность от Бога, сеть – это полицентризм управления, то есть это много центров власти, включая внешний центр власти. И сеть – это, наконец, политеизм или язычество. Вот как они хотят расщепить эту единую государственную структуру, гармоничную, симфонично устроенную. И потом на этих осколках создать уже фрагменты того, что будет называться или называется уже сейчас глобальным государством. И только через вот это расщепление, разделение можно создать предпосылки для создания нового мирового порядка. Происходит интеграция Запада в единый наднациональный субъект. Уже как блок, готовый блок для нового глобального государства, царства Антихриста. И мы видим тому пример, это Евросоюз, и это Североамериканский союз, который сейчас создается. То есть вот эти вот блоки, они уже готовы для, у них уже есть, у Евросоюза есть уже своя даже региональная валюта. То есть они практически отошли от своей суверенной национальной государственности, они сдали свой суверенитет. И вот Панарин пишет, многозначительный цивилизационный симптом – тотальная интегрированность Запада. Они готовы к вхождению в новый мировой порядок. Но на фоне этого есть ведь очень сильные национальные государства. И вот Джозеф Рейтингер, один из представителей таких тайных обществ, в свое время сказал, на континентальной Европе больше не останется крупных держав, чьи жители представляли бы сколько-нибудь значительный элемент в мире. То есть нужна
нужно разгосударствление государств, их распад, Югославия тому пример, и Советский Союз тому пример. И нужно не только это, нужно, чтобы люди, которые там жили, они забыли о своей национальной и религиозной идентичности, о чем как раз и говорит Реттингер. Относительно того, что относительно планов, касающихся России, уже высказано много. Ну, в частности, Бжезинский в свое время сказал такую фразу: «Сейчас не нужно подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мысли. Россия будет раздробленной и под опекой». Ну, это их планы, у нас совсем другие планы. Но мы должны знать их планы. Мы должны понимать, что нам нельзя расслабляться. И видите, задача заключается в том, чтобы дезинтегрировать Россию. Потому что Россия – оплот национальной государственности в мире. Россия чрезвычайно сильна своим духовным потенциалом, сильна своими такими традициями государственности. И русский народ – самый государственнический народ в мире. Ну и еще планы. Как признавал американо-израильский аналитический центр Стратфор, близкий к спецслужбам США, с Россией США ведут игру на вылет. В отношении России цель США проста и однозначна – добиться ее распада. И Панарин пишет, что главный оппонент сильных мира сего – Россия – ее русская идея. Действительно, Россия, ее русская идея сейчас противостоит Западу. Вот это антагонистическое противостояние России Западу. России, которая идет путем Христа, несмотря на трудную, сложную свою многострадальную судьбу, она идет по-прежнему путем Христа, и Запад, который идет путем Антихриста. Вот этот антагонизм сейчас обозначился в мире как никогда ранее, и в политике, и в экономике, и в духовной сфере. Каковы цели глобальной элиты? И я опять обращаюсь к Панарину, и он пишет об этом. В качестве ответчика на нынешнем глобальном процессе теперь все чаще привлекается православие. И эту болезнь, в кавычках, русского менталитета нельзя излечить сменой строя идеологии. От нас требует изменения самой нашей духовной природы, умерщвления ценностного ядра нашей культуры. Их цель, во-первых, лишить нас русской идеи, то есть православия, на котором все держится. И, во-вторых, завалить нашу государственность. Вы смотрите, две цели – лишить русской идеи, лишить веры, лишить православия и завалить государство, уничтожить нашу государственность. Ищи будущее в прошлом. И я обращаюсь к прошлому нашей великой страны. Я обращаюсь к прошлому Святой Руси. Ищи будущее в прошлом. Было ли когда-то время, когда какие-то силы хотели уничтожить православие и православную государственность, имперскую государственность? Какая страна исторически хотела уничтожить православие и православную государственность? И вот цитата. «Богатство этой страны давало возможность подкупать союзников и нанимать воинов. Все это, торговое имущество, купленные союзники и воины-наемники, было брошено к достижению заветной цели – уничтожению или ослаблению ненавистного оплота вселенского православия Византийской империи».
православие и имперская государственность. Византийская империя, Россия приняла эстафету Второго Рима. Россия, Третий Рим, она несет эту эстафету православной государственности, как Третий Рим. Но она несет в себе и этот заряд, этот стержень, этот фундамент вселенского православия, как Новый Иерусалим. И это все вместе называется Святая Русь. Итак, какая же страна посягала на эти две цели? На эти две цели, о которых сейчас все говорят. Православие и православная государственность. Что это за страна? Ищем будущее в прошлом. И это страна Хазария. Мы обычно знаем очень немного о Хазарии из энциклопедии, из школьных учебников. Ну, достаточно в школьной программе уделено этой стране, этому периоду мало места. Ну, я напомню вам, что Хазария – это чисто такие энциклопедические данные. Хазария – феодальное государство, которое существовало с 7 по 10 век. Глава государства – Каган. Хазария включала следующие территории. Северный Кавказ, территория около Азовского моря, часть Крыма и степи вверх по реке Днепр. Это была очень большая империя. Хазарский каганат. Что это было за государство? В чем была сущность политики? Олег Платонов пишет. Хазарский каганат превратился в военно-разбойничий и торгово-паразитическое государство, занимавшееся сбором грабительских даней, посреднической торговлей, сбором пошлин с купцом, больше напоминающим современный рэкет. Какие параллели? Вот Платонов упоминает это слово новое, да, рэкет. То есть вот это рэкет. И тут следующая цитата, это об истории. А вот следующая цитата будет сейчас, я вас познакомлю с ней, действия глобальной элиты вот сейчас по установлению нового мирового порядка совпадают с характеристикой политики правителей хазарского каганата. Абсолютная параллель. То же самое, что творила Хазария, сейчас творит глобальная элита. Современный политолог Мако пишет, война с террором – это рэкет. Вот Хазария занималась рэкетом. И он пишет, война с террором – это рэкет. Агрессором является мировая финансовая элита. Ее цель – создание мирового полицейского государства, которое называется новый мировой порядок. А вот о хазарах. Война у хазар превратилась в их образ жизни, стала повседневным, непрерывным их основным занятием. А вот современность. Из той же книги «Множество». Цитата. «Война стала формой правления, генеральной матрицей для всех отношений власти и методов доминирования. Война сейчас первый и главный элемент, фундамент политики». Смотрите, как все совпадает. Ищи будущее в прошлом. Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом хазарского каганата. Освободительная война восточных славян против хазарского каганата, которая длилась полтора столетия, полтора века, была завершена походом князя Святослава, сына святой равноапостольной княгини Ольги. Хазария была уничтожена князем Святославом Игоревичем в 964-965 годах. Это был потрясающе продуманный в военном отношении поход. Это была такая демонстрация силы и мощи русского оружия. И мы победили. Несмотря на то, что Хазария была очень серьезным противником, которого боялись все. Итак, Хазария пала,
она была уничтожена. А что же произошло потом? Что произошло после Хазарии? Куда делись хазары? И вот мы сейчас проследим их судьбу. И мы начнем с хазарских тайн. Почему мы так мало знаем о Хазарии? Почему, когда мы учились в школе, нам так мало об этом говорили? И этот же вопрос, этот вопрос задает и Бенджамин Фридман. Он пишет, какая тайная, мистическая сила смогла на протяжении многих поколений исключить историю хазар и хазарского каганата из учебников истории и школьных курсов истории по всему миру. По всему миру. Об этом не говорили только не у нас, но и по всему миру. Мы попытаемся разобраться в этих хазарских тайнах. И еще цитата из Панарина. «Со времен появления великих мировых религий мировая история включает мистическую составляющую в качестве скрытой пружины и вектора». Вот эта мистическая составляющая, религиозная составляющая истории, она как обычно остается за бортом таких вот популярных, ориентированных на широкого читателя книг. Мы попробуем обратиться к ней, коротко очень. После Хазарии и во время существования этого государства сформировались три химеры. Это этническая химера, политическая химера и религиозная химера. Этническая химера, мы сейчас посмотрим, что это такое, да, политическая химера – это государственная химера. Хазария была химерой. Это соединение несоединимого. Вот что такое химера. Общая характеристика ее дает Гумилев. Что такое химера? Химера – это общность деэтнизированных, то есть утративших свою этничность, этническую идентичность, выпавших из этносов людей. Она живет энергией распада этнического, государственного, социального и духовного. И это патология. Химера – это патология. Это отклонение от нормы, и она, соответственно, живет ненормальными источниками существования, энергии распада. В свое время Артур Кеслер написал такую книгу «13-е колено», и он написал об этой этнической химере. Этническая химера – это термин Гумилева. Но я использую его здесь, потому что это очень хорошо подходит для описания того, что, о чем повествует Артур Кеслер. Итак, что произошло? Хазары смешались, хазары, которые населяли район Кавказа, Северного Кавказа, смешались с иудеями, которые туда прибыли, спасаясь бегством от гонений и от плена. И таким образом сформировалось вот это соединение и несоединение. Два этноса соединились и перемешались. И утратили свою идентичность, национальную и этническую идентичность. Хазары свою, а иудеи свою. И Артур Кеслер в своей книге «13-е колено» пишет, что 12 еврейских колен дополнились еще одним, хазарским, которые этнически не связаны с евреями-семитами. Они утратили связь со своей национальной идентичностью. Вот что пишет Кеслер. Он, кстати, сам еврей. И он очень тщательно изучал эту проблему.
Кеслер доказывает, что современное еврейское население имеет хазарское происхождение. Их предки, пишет он, прибыли не с Иордана, а с Волги, не из Ханаана, а с Кавказа. И вот и сейчас они претендовали на землю Израиля, на землю Палестины. И в этом как раз заключается одна из хазарских тайн. Потому что они не, их предки не были родом из Палестины, с территории Древнего Израиля. Их предки были родом с Кавказа. Это этническая химера. Возникла и политическая химера. И об этом тоже пишет Гумилев. Он говорит о государстве химере. Он говорит, это псевдогосударственное образование, в котором, цитата, на теле одного народа сидит голова, состоящая из представителей другого народа. И действительно, евреи, иудеи, которые прибыли в Хазарию, они постепенно заняли главенствующие места в руководстве Хазарии. И образовалась таким образом, ну, в общем-то, ситуация, когда большинством народа правит прослойка правителей, которая не связана с этим народом. И возникает принцип иерархии. Что такое иерархия? Это двоевластие. Вот мы говорим, что во главе хазарского каганата был каган. Но после того, как туда прибыли евреи, спасаясь от гонений, появился еще и царь Бек, который был обязательно иудеем, исповедовал иудаизм. И в конечном итоге он определял политику Хазарии. Не каган, а царь Бек. И в финальных таких уже стадиях развития или распада даже Хазарии, можно так лучше сказать, именно царь Бек осуществлял главную, ему принадлежала вся полнота власти, он осуществлял власть. И вот это принцип иерархии, когда есть политический руководитель, вроде формальная такая фигура, и есть вот этот царь Бек, который осуществляет на самом деле руководство страной. И вот это тоже принцип такой иерархии двоевластия, который характерен для химеры. И потом хазары воспроизводили этот принцип, оказавшись на других территориях. Включая, кстати, территорию Палестины, территорию Израиля. Когда получается так, палестинский народ, который там жил веками, вдруг оказался под властью прослойки, которая не имеет никакого отношения к этому народу, которая не имеет никакого отношения к ветхозаветным евреям, семитам. Теперь поговорим о религиозной химере. Я сказала, что хазары в начале 8 века приняли иудаизм. У них был перерыв там небольшой, когда их халиф Марван, в общем, заставил принять ислам во время нашествия своего. Но потом они опять, после того, как Марван отвел свои войска, они опять вернулись к иудаизму. Но большая часть народа была все-таки привержена либо православию, либо исламу. И тогда в Хазарии произошла война. Тогда представители другой, когда они узнали о том, что правящая элита вернулась опять к иудаизму, опять приняла иудаизм, произошло восстание.
которая была очень жестоко подавлена. Таким образом, иудаизм, в общем-то, утвердился в Хазарии как религия. И именно он был государственной религией хазарского каганата. Но кто был духовным руководителем в Хазарии? Мы говорим вот о 12 коленах. А тут Кетлер пишет о 13-м колене, о хазарском колене. И вот мы обращаемся к писаниям, к апостольским писаниям. И если вы помните, апостол пишет, что в предконечные времена спасутся все 12 колен Израилевых. Только их к тому времени останется 144 тысячи. И при этом он именует все колена, но не именует колено Данова. Он не упоминает колено Данова среди тех, кто спасется в предконечные времена. Что же это вот за колено Данова? Из пророчеств мы знаем, что из колена Данова придет Антихрист. Это колено будет средоточием такого зла, что именно оно приведет к существованию и к власти Антихриста. Так вот, именно колено Данова осуществляло духовное руководство в хазарском каганате. Почему мы об этом можем говорить? Вот смотрите, два символа Дана. Это змей и это конь. Дан будет змеем, лежащим при дороге, аспидом, уязвляющим ногу коня. И вот смотрите, амулеты – это атрибуты культа. Амулеты, найденные на хазарских кладбищах. Змей и конь. Колено Данова, оно утратило связь с ветхозаветным иудаизмом. А колено Данова, если мы обратимся к Ветхому Завету, мы можем прочитать там, что оно обличалось за идолопоклонство. Вот книга Судей. Вот что пишут о колене Дановом. «И поставили у себя сыны Данова и Стукан, и Анафан же, сын Герсона, сыном Манасии, сам и сыновья его были священниками в колене Данова до дня переселения жителей той земли. И имели у себя и Стукан, сделанный Михаю, во все то время, когда Дом Божий находился в Силоне». Истукан – это золотой телец. Они поклонялись золотому тельцу, колено Данова. Они были идолопоклонниками. За это их и обличали пророки. И вот обозначение тоже пророческие – уже из пророка Исаии. В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Вот вы помните о предконечных временах, с кем ассоциируются там те, кто должен осуществить зло, злодеяние. Это и есть дракон. И Иеремия: «От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Вот что такое Дан, вот что такое колено Данова. Щит колена Данова. Это вот мы привыкли говорить, что это звезда Давида, но на самом деле это
как и археологи, которые нашли это при раскопках на территории Хазарии, на самом деле это языческий шаманистический символ. Это символ идолопоклонства. И вот очень интересная вещь. Колено Данова, у него было две ветви. Оно было, кстати, второе по численности среди колен Израилевых. И северная и южная ветвь. Вот северная ветвь пошла, спасаясь от ассирийского плена, пошла и поселилась на территории Ирландии, в Англии. И там появляется такое племя, как свидетельствует летописи Туата Дедана. И вот как раз эта вот книга повествует о таких еврейских корнях кельтских племен и утраченной, так написано, израильской идентичности. И вот тоже видите там обозначение Дана. Это щит колена Данова вверху. И единорог как символ, один из символов, конь, единорог, как один из символов колена Данова. И если вы сейчас посмотрите герб Великобритании, современный, вот смотрите, тут все атрибуты, конь, змея и еще лев. А Дан – это лев. Там тоже обозначается, в Ветхом Завете есть, там написано, Дан – это молодой лев, выбегающий, который выбегает из Васана. Вот три символа. Почему так, вот это колено, которое внесет себе в заряд Антихриста, оно осело в Великобритании, потом там было переселение еще в Штаты оттуда, вы помните. Вот этот дух Антихриста, Запад несет его. И именно поэтому Англия всегда была нашим традиционным противником. Это другой дух. Дух Христа, который несет Россия. И дух Антихриста, который идет, несет Запад. И вот смотрите, здесь еще девиз, написанный по латыни. «Nemo me impune lacessit». «Никто не причинит мне зла безнаказанно». Это символ, это так говорит змей. Это, в общем-то, девиз змея, змеи. Некоторое положение хазарской религиозной химеры. Я не буду утомлять вас такими долгими выкладками, но чтобы так было понятно, на что их религия была ориентирована. Это они отошли от веры ветхозаветных евреев очень далеко. Они создали новую религию, которая потом постоянно еще и трансформировалась в течение всех веков и до сих пор продолжает трансформироваться. Вот что там заложено, какие мысли там, положения какие были заложены. Идея избранности, право на господство. Человек может узурпировать место Бога и по своему усмотрению менять действительность. Это то, что называется антропоцентризм. Сосредоточенность на человеке, не на Боге, а на человеке. Культ материального, культ плоти, панизраилизм, мировое владычество обоженного Израиля, деление на высших и низших, еще такое положение, зло трансформируется в добро. И поэтому Люцифер у них признавался Богом. Частью хазары, потом переселившись в Европу, стали развивать это свое религиозное учение. И постепенно письменная Тора сменилась устной. Появился
появился Талмуд, который, кстати, хазары исповедовали как, как государственную религию. Именно Талмуд – это интерпретация, интерпретация Торы, Пятикнижия Моисея, стал их религией. Затем уже более позднее время появилась Каббала. И вот что пишет Тихомиров о том, что такое Каббала. Таинственно-общественное движение, составной частью которого в религиозно-философском отношении была Каббала, вместе с гностицизмом и оккультизмом, подрывая основы христианского строя, являлось фактически реформаторским, революционным, так как противопоставляло общественной дисциплине старой Европы идею демократическую. Тихомиров, по сути дела, считает, что идея демократическая – это идея каббалистическая. И религиозная по своей сути. Идея демократическая сама собою, внутренней логикой, выдвигалась против идеи иерархической. Помните, мы говорили, вот иерархия, государственность, вот треугольник, обращенный вершиной вверх. А здесь Тихомиров пишет о том, что идея демократическая выдвинулась против, с ее децентрализацией власти, выдвинулась против идеи иерархической, когда идея подчинения воле Божьей заменялась идеей человеческой автономности. Поэтому-то тайное общество и направление, миросозерцание которых находило место Каббала, вместе с гностицизмом и оккультизмом играли роль реформаторскую и революционную. Такова была роль особенно франкмасонства. Несмотря на свою реформаторскую революционную роль, каббалистическая идея по существу не является освободительной. Совершенно наоборот. Если каббализм, как и оккультизм, когда-либо начнет вносить в устроение общественное свои собственные идеи, то они будут порождать общество своеобразное аристократическое и очень деспотическое. Глобальная империя Антихриста будет очень деспотическим обществом. И об этом писал Тихомиров. Через демократию таким образом устанавливается деспотия, тирания, религиозное рабство, рабство духовное. Вот мы говорим о том, как тяжело было рабство физическое в древние времена, но самым тяжелым видом рабства будет рабство духовное, рабство души. Раб в древности – он был свободен душой. Он был физически не свободен, но был свободен душой. Он мог веровать. Его душа была свободна. Раб, который будет рабом глобальной империи, рабом Антихриста, он иллюзия будет, иллюзия свободы, вроде бы физической, но абсолютного рабства и порабощения души, которое приведет к жесточайшей несвободе физической, экономической, материальной. И вот эти три химеры, этническая химера, политическая химера и религиозная химера, в общем, образовали то, что Гумилев назвал хазарской антисистемой. Этническая химера породила антиэтнос, политическая химера породила антигосударство, и религиозная химера породила то, что можно назвать антитеизм. Их религия была богоборчеством. Это был антитеизм. И сейчас остается. Гумилев, итак, вот это возникло на месте хазарии, возникла антисистема. Хазары после уничтожения хазарии отправились. Они бежали. Они бежали в Европу, они бежали на Украину, они бежали в основном это была Восточная Европа, Западная Европа и вот наш юг, юго-запад России.
И вместе с этим они сформировали вот эту антисистему. Она сохранилась. Хазария сохранилась, но она перестала быть видимой, она стала невидимой. Но хазарский проект остался. И образовалась антисистема с ее программой приведения антихриста к власти и создания глобального государства. Гумилев пишет, что в недрах химеры, в зоне контакта несовместимых суперэтносов, формируются антисистемы, представляющие собой образование негативного типа, общность людей с негативным мироощущением. И он поясняет, что такое негативное мироощущение. В отличие от позитивного мироощущения, которое является жизнеутверждающим и созидательным, негативное мироощущение – жизнеотрицающее по своей сути и ставит целью, идеалом уничтожения материального мира. Что такое жизнеотрицание? Бог – это жизнь. Жизнеотрицание – это отрицание Бога. И вот эта вся антисистема строилась на жизнеотрицании, на борьбе и бунте против Бога. Она строилась на сатанизме. И вот эта вот энергия разрушения, которая несла в себе хазарская антисистема, она выливалась потом в трагических событиях, которые происходили в истории человечества. Хазары, когда они бежали из Хазарии после разгрома, они проникли в органы власти многих стран. Они стали осуществлять этот самый принцип иерархии. Вот Каган и царь-бек, они становились вот этими царями-беками при многих правителях. Так действовала хазарская вот эта химера, антигосударство, антисистема. И вот эти антисистемы, как носители разрушительного начала, являются, были и являются инициаторами революций, войн и кризисов. Были несколько попыток хазарского реванша. Хазария не простила России, хазарская антисистема не простила России поражение. И отныне она стала пытаться взять реванш. И одним из самых трагических событий, который связан с вот этой попыткой взять реванш, была революция 17-го года и убийство государя и его семьи. Российская империя являла собой при всех очень тяжелых таких признаков отхода от православия, от веры православной, все-таки она являла собой образец православной империи, православной государственности. И именно это, а это самое мощное, самое эффективное, если хотите, государственность. И с ней трудно бороться, когда государство строится на православии, с ней трудно бороться, потому что Бог нас защищает. А им нужно уничтожить национальную государственность. Им нужно построить глобальное государство. Поэтому они хотели и стремились всячески бороться с Российской империей, с царской властью, с монархией, как образцом вот этой государственности, сильной, крепкой государственности, способной противостоять атакам хазарской антисистемы. И вот банкиры, которые финансировали русскую революцию. Вот что пишет Жак Атали, нынешний советник, один из крупных идеологов глобализации, нынешний советник президента Саркози.
Он пишет, что в годы Первой мировой войны финансовые круги США вступают в соглашение со всеми другими силами, чтобы рассматривать царскую Россию как единственную страну, против которой надо вести войну. Хазарские банкиры в Америке объединили свои силы и пустили в ход все средства, чтобы уничтожить русскую империю, православную российскую империю. И это была попытка, очень мощная попытка хазарского реванша, которая стоила нам очень многих жертв. Хазарократия стала утверждать господство над миром в экономической, политической и духовной сферах и строит новый мировой порядок, глобальную империю Антихриста. Итак, во главе хазарской антисистемы, невидимой Хазарии, стала хазарократия. И она стала очень такой мощной силой, которая имела большое, приобрела со временем большое экономическое, политическое влияние на жизнь многих государств. Международные банкиры стали авангардом хазарократии. И среди этих банкиров выделяется клан Ротшильдов, клан на службе Антихриста. Вот какие принципы? Колено Данова, оно следует своим принципам, заложенным и описанным еще в Писании. Вот что пишет в комментариях к толковой Библии. Врагов своих колено Данова будет побеждать не столько в открытой борьбе, сколько тайными засадами и вообще хитростью, свойствами, отличающими в животном царстве змей. Дан будет змеем и аспидом. Вот это коварство, вот этот метод, как называют сейчас в военной стратегии, метод непрямых действий, позволил хазарам добиться очень многого. И постепенно установить контроль над западными странами, над консолидированным Западом. Вы смотрите, как они действуют. Эшли Моут, он был в общем, в руководстве Евросоюза. И вот какой вопрос он задал на одном совещании. Господин президент, я хочу обратить ваше внимание на фонд глобальной безопасности, учрежденный в начале 90-х годов под руководством Якоба Ротшильда. Это находящийся в Брюсселе фонд, и это необычный фонд. Он не занимается торговлей, он нигде не зарегистрирован, и у него абсолютно специфическая цель. Он используется для геополитического конструирования под руководством разведывательных служб. Раньше я уже задавал вопрос о возможной вовлеченности разведывательных ресурсов Евросоюза в управление фондами, предназначенными для преступных целей, взяток и подкупа, и имеющих счета в офшорных зонах. И я не получила ответа. К этому вопросу я добавлю еще один. Каковы связи Евросоюза и Фонда глобальной безопасности? И каковы его отношения с институтами Евросоюза? Эшли Моут не получил ответа на этот вопрос. Более того, он был занесен в черный список людей, подлежащих, ну так скажем, нейтрализации. Да, вот таким образом Ротшильды через фонды, через подкупы, взятки формируют своих вассалов среди политической элиты. Так они формируют глобальную элиту, которая должна помочь им построить новый мировой порядок, царство Антихриста. Я сказала, что антисистемы порождают, как носители разрушительного начала, они порождают деструктивные процессы. Это войны, это революции, это кризисы.
И примером тому служит вот этот вот кризис, который экономический, который мы сейчас переживаем. Он искусственный, он тоже созданный, он рукотворный. Это порождение хазарской антисистемы. Вот смотрите, что пишет Гардиан по поводу этого кризиса. Самый тяжелый экономический кризис со времен Великой депрессии не является естественным, объективным явлением, но рукотворной, искусственно созданной катастрофой. И далее Гардиан называет виновников. Это Федеральная резервная система, авторы кризиса, и Банк Англии, Bank of England. Федеральная резервная система – это центральный банк США, который, кстати, не является государственной собственностью, не принадлежит государству Соединенных Штатов, а принадлежит хазарским банкирам. И основная часть средств там принадлежит как раз клану Ротшильдов. Поэтому, кто контролирует, как в свое время говорили Ротшильды, кто контролирует выпуск денег, тот контролирует государство. А выпуск денег в США и в Великобритании, и не только там, но и в других странах Запада, контролируют как раз хазарские банкиры. Прежде всего Ротшильды. Что такое Федеральный резервный банк? Еще раз. Это консорциум 9 банков во главе с Ротшильдами, там 57% всех акций. И вот смотрите, здесь перечислены разные банки, которые входят в состав этого Федерального резервного банка. Это большая авантюра, это спекуляция, выпуск ничем не обеспеченных денег. Вот... подчеркнуты банки, которые подчеркнуты, это как раз те банки, которые финансировали русскую революцию, которая стоила нам колоссальных жертв. В 1865 году в своем обращении к Конгрессу Линкольн заявил: «Я имею двух главных врагов – армию Юга передо мной и финансовый институт в тылу. Из этих двоих тот, что в тылу, мой самый главный противник». Позже, в этом году, президент Линкольн был убит. Кстати, Ротшильды пытались сделать то же самое в России. И они обратились к Александру II. Александр II отверг это предложение, и Ротшильды прокляли его. Но мы должны понимать, что Александр II нас спас от этой вот опалы, от этой кабалы, от несвободы, которая грозила тогда России. В 1787 году Томас Джефферсон сказал: «Если американский народ когда-нибудь разрешит контролировать выпуск их денег, сначала через инфляцию, а потом через дефляцию, банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, будут лишать народ всей собственности до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на континенте, завоеванном их отцами». Эта тенденция сейчас стремительно нарастает в Соединенных Штатах. Вот у нас как-то в прессе мало об этом пишут. Но американская пресса с большой тревогой пишет о тенденциях, кризисных тенденциях, которые нарастают сейчас в США, и с большой тревогой пишут о возможном распаде Соединенных Штатов как государства. Каковы цели хазарских банкиров? Вот смотрите, обращаемся к прессе, CNN. Ну что пишет? Теперь Федеральная резервная система, читай Ротшильды и другие хазарские банки, они, кстати, переплетены семейными узами, браками различными. Они, в общем-то, составляют вот такую единую такую хазарскую банкирскую семью. Итак, CNN.
Теперь Федеральная резервная система собирается предложить свое решение проблемы кризиса. Дальнейшую централизацию глобальной экономической власти в руках небольшой группы банкиров. Они хотят использовать кризис, который сами же создали для реализации идеи мирового правительства. Правительства глобальной империи, которая последовательно продвигается ими в течение, по крайней мере, 100 лет. Они действуют очень четко, методично и действуют терпеливо, но преследуют свою цель. Их цель – достижение экономического господства, формирование нового экономического порядка. И вот смотрите, гербом колена Данова является змей. На рисунке можно видеть идентичность, это слева, герба колена Данова и денежных символов доллара и евро. Вот так вот это просматривается. Вот эта идея создания, сначала они берут под контроль национальные валюты, создавая там вот подконтрольный центральный банк, а затем они уже переходят к региональным валютам. Они объединяют валюты, и как раз образцом такой региональной валюты является евро. Это, так скажем, преддверие введения мировой валюты, глобальной валюты, глобального государства. Формирование нового экономического порядка. Но опять же, по аналогии, новый мировой порядок будет включать, конечно, несколько вот составляющих, о которых я говорю. Новый экономический порядок, новый политический порядок – это объединение всех разрозненных, разваленных ими государств национальных в единое такое вот глобальное государство. И, наконец, новый религиозный порядок, где через экуменизм должны прийти к религии Антихриста. Ну вот мы говорили о евро, уже созданы образцы Амера. Это американская региональная валюта, валюта, которая должна прийти на смену доллару. Это валюта североамериканского союза, который создан по образу и подобию Евросоюза. Вот здесь вы видите портреты как раз этих хазарских банкиров. А что дальше? А дальше вот что. Создание глобальной экономики. Вот вы слышите это много. Глобальная, как хорошо кажется, да? Но глобальная экономика, это и есть экономика царства Антихриста. Это не национальная экономика. Самый главный конфликт здесь – это конфликт национального и глобального. Если мы сможем отстоять нашу национальную экономику, национальную государственность нашу веру национальную, и не перейдем на глобальную веру, на глобальную экономику и на глобальное государство, значит, мы сохраним себя, сохраним свои души, сохраним народ и сохраним будущее для наших потомков. Итак, глобальная экономика. Да, формирование глобальной экономики. План транснациональных банкиров включал сначала, смотрите, создание в мире трех центральных банков. Федерального резервного банка, Европейского центрального банка, это он в рамках Евросоюза создан, и Центрального банка Японии. А дальше что? А следующей целью является создание глобального банка мирового правительства, глобального центрального банка. И об этом сейчас все пишут. И говорят, единственное спасение от кризиса – это создание глобального центрального банка. И тогда всем будет хорошо. И глобальной валюты. И образец этой валюты уже продемонстрирован был летом на встрече Большой двадцатки. Монета такая была продемонстрирована, где написано, там девиз такой,
Ну, в общем, единство в многообразии. Единство в многообразии. Unity in diversity. Что это такое? Единство это принцип экуменизма. Это принцип создания глобального государства. Из многого одно. Это принцип нового мирового порядка. И вот на этой монете, образец которой был уже продемонстрирован в начале лета на встрече Большой Двадцатки, как раз это и написано. Глобальная валюта. Глобальный банк мирового правительства центральный. До летнего саммита был еще саммит в апреле 2009 года. И вот что пишет Телеграф. После саммита Большой Двадцатки, пишет она, мир еще на один шаг приближается к глобальной валюте, которая опирается на глобальный центральный банк, осуществляющий денежную политику для всего человечества. Помните, как написано? И никто не сможет ни покупать, ни продавать. Потому что если мы лишимся нашей национальной валюты, мы станем заложниками мирового правительства. Мы не сможем ни продавать, ни покупать, если не будет вот этой самой, вот этого, этой метки зверя на челе или на руке. На самом деле, пишет Телеграф, лидеры Большой Двадцатки реанимировали власть Международного валютного фонда делать деньги. Таким образом, они де-факто вводят в игру мировую валюту. Она находится вне контроля какого бы то ни было суверенного государства. Сдача валюты национальной – это сдача национального суверенитета. И в этом очень большая опасность таится. Почему это опасно? Это опасно, потому что народ этой страны, которая переходит на эту валюту и согласна перейти, становится заложником, уже попадает в подчинение, в рабство к вот этой самой мировой элите, глобальной элите. Он не может уже потребовать что-то от своего правительства, потому что правительство уже не контролирует страну, и это государство уже перестает существовать. И вот Дэвид Д. Ротшильд во время своего визита в Дубай осенью 2008 года пишет: «Сейчас мы живем в новом мировом порядке. Банки снизят долю долгового финансирования, и будет новая форма глобальной власти». Когда мы говорим, что новый мировой порядок – это где-то там далеко, это здесь и сейчас. Именно поэтому наше время – это время особой ответственности каждого человека. Важна вера каждого человека и сила этой веры. От того, насколько мы будем веровать, как сильно мы будем преданы нашей вере православной, и насколько мы будем объединены в этой вере любовью к ближнему и к Богу, настолько мы сможем говорить о том, что мы спасемся, даже в этих условиях, когда они цинично говорят о том, что они практически достигли своей цели. Дэвид Рокфеллер, еще один банкир. Такая цитата его. «Мы находимся на пороге глобальных изменений. Все, что нам нужно, это подходящий масштабный кризис, и народы примут новый мировой порядок». Они устроили этот кризис для того, чтобы народы приняли мировой порядок. Вот если вы видите там справа фотография, Дэвид Рокфеллер в центре на заседании Совета по международным отношениям. Что такое Совет по международным отношениям? Это одна из трех крупных масонских структур. Там еще есть Билдерберг, и еще есть трехсторонняя комиссия. Мы с вами говорили о том, что хазары создали
как раз вот эту систему тайных обществ для достижения своих целей такими непрямыми методами. И вот как раз система масонских лож и масонские организации – это щупальцы хазарской антисистемы. Вот в центре Рокфеллер, а слева – это Генри Киссинджер. Он тоже член Совета по международным отношениям. Вот каковы цели, которые ставит Совет по международным отношениям? Ричард Хаас, президент, нынешний президент Совета по международным отношениям, сказал, что система мирового правительства должна быть создана, а суверенитет должен быть упразднен. Они говорят это как о реальных вот сегодняшних целях. Должен быть упразднен суверенитет. Должна быть создана система мирового правительства. Дальше он говорит, нации должны быть подготовлены к сдаче суверенитета мировым структурам. Это уже происходит в торговой сфере. Вот сейчас Ричард Хаас является одним из главных советников администрации Обамы. Вот это тоже принцип иерархии, кстати. Вот у Обамы сейчас 32 советника. Вот эти вот цари-беки. И они диктуют ему, что делать. Они вне Конституции, но они руководят им. И, по сути дела, он является марионеткой в руках вот этой самой хазарской антисистемы. Коллективного такого царя-бека. И вот смотрите, член совета, руководство Совета по международным отношениям, который ставит целью создания мирового правительства, Генри Киссинджер, вот что он пишет об Обаме. Его задачей будет разработка всеобъемлющей стратегии для Америки в этот период, когда действительно может быть создан новый мировой порядок. Это великая возможность, это не только кризис. Кстати, Генри Киссинджер является советником нынешнего Папы Римского, Бенедикта XVI. Ну и так, к слову. Вот эти люди, они очень оказывают большое влияние на американскую политику. Советник по национальной безопасности США Джеймс Джонс, генерал Джеймс Джонс. Вот что он сказал, заявил в Мюнхене, официально заявил. Он сказал, ежедневно я получаю свои приказы от мистера Генри Киссинджера. Мы имеем порядок соподчиненности, вот иерархия, соподчиненности, которая существует в Совете по национальной безопасности США в настоящее время. Кстати, Совет по национальной безопасности, один из ключевых таких органов США, он им руководит не генерал Джеймс Джонс, а им руководит Генри Киссинджер, который ориентирован на создание глобального государства и мирового правительства. Та цель, которая поставлена Советом по международным отношениям. Вот смотрите, политические руководители США, члены Совета по международным отношениям. То есть, если они члены Совета по международным отношениям, значит, они внутри США осуществляют задачи, которые связаны с теми целями, которые ставит Совет по международным отношениям. Это создание мирового правительства, это упразднение суверенитета, уничтожение национального суверенитета. Итак, члены Совета по международным отношениям, которые являются политическими руководителями США. Джеймс Джонс, советник по национальной безопасности. Джанет Наполитано, министр внутренней безопасности. Это мощнейший орган, по сути дела, сродни Министерству безопасности Третьего Рейха. И по образу и подобию созданы. Все ключевые фигуры. Министр финансов Тимоти Гейтнер. Пол Волкер, руководитель консультативного совета по экономическому восстановлению. Хиллари Клинтон, государственный секретарь. Роберт Гейтс, министр обороны. Сьюзан Райс, посол США в ООН. Лорен Саммерс, национальный экономический совет. Все ключевые фигуры. Если они являются членами этой структуры, которая ориентирована на антигосударственные,
антинациональные, антисуверенные цели, на цели, по сути дела, создания глобальной государственности, то, естественно, они будут это проводить и внутри США, и за пределами. Они будут осуществлять это и в отношениях с другими странами. Поэтому, конечно же, тут вот, учитывая все эти обстоятельства, нужно быть крайне осторожными при формировании нашего политического, экономического курса. И дальше Жак Атали в своей программной статье пишет, а он является советником президента Саркози. Вот тоже иерархия. Один из главных идеологов глобализации. Он пишет, необходимо перенести глобализацию в экономике на политику. То есть создание глобальной валюты национальной должно сопровождаться созданием глобального государства. И вот готовится, уже подготовлен, создан. Во-первых, сайт существует, мировое правительство в интернете. Там выложены образцы, паспорт, вот смотрите, паспорт мира. На этот документ согласились очень многие страны. Если я не ошибаюсь, там больше 190. Россия тоже подписала это. Почему-то нас не спросили. Вот это очень важно. Да. Вот это серьезные вещи. Понимаете, почему я говорю, что нынешнюю политику нельзя рассматривать с прагматической точки зрения. Она должна рассматриваться с точки зрения духовной и религиозной. И только так можно понять все, что происходит. И так сформировать курс, который позволил бы защитить и государство, и наш народ православный, и веру нашу православную, что государство – это есть ограда православия. Вот что, вот именно поэтому наш православный народ – самый государственнический народ в мире. Мы с вами договорились, что мы не задаем вопросы, мы слушаем пока, да, если вы позволите. Рядом мировое свидетельство о браке. Вот это тоже такой документ, который сопряжен с паспортом мира. То есть граждане мира, они получают мировое свидетельство о браке. То есть где ты, наверное, появляешься, в какой стране, там ты и можешь жениться. Я не знаю, что это означает, но по логике только это. И дальше Атали пишет, нам нужно реорганизовать и реанимировать институты глобального мирового правительства. И вот эта глобальная элита, она как раз и формируется. Формирование мирового правительства глобальной элиты. Вот они все, видите, один и тот же знак показывают. Это символ Люцифера. Да, это сатанинский символ. Вот понимаете, вот это мировое правительство, да, ну если они строят государство, царство Антихриста, то естественно для них и ориентация на эти символы. Вот знаете, что очень интересно, вот это вот государственная химера, она воспроизводится. Химера, государство химера, как писал Гумилев. Смотрите, что происходит. Происходит смена идентичности. Вот правящая верхушка в США и не только в США, но и в странах Запада, она меняет свою идентичность с национальной на глобальную. Она перестает служить своей стране и начинает уже служить глобальному государству. Потому что именно хазары, хазарские банкиры, которые осуществляют этот проект, финансируют выборы в странах Запада. Поэтому и происходит вот эта смена идентичности. То есть народ ориентирован на государство, а правящая верхушка вот, уже ориентирована на другую структуру. Она ориентирована на строительство глобальной империи, глобального каганата.
И именно потому, что она финансируется хазарскими банкирами, которые осуществляют этот проект. Вот что сказал Наполеон. Когда правительство зависит в финансовом отношении от банкира, именно они, а не политические руководители, контролируют страну. Это потому, что рука, которая дает деньги, находится выше руки, которая их берет. Финансисты лишены чувства патриотизма и морали. Ну да, потому что у них нет привязанности к отечеству. У них совершенно другие цели. А если патриотизм всегда ориентирован на государственность. Государственность должна быть ориентирована на веру, на религию. А вера как раз и создает вот эту самую мораль, которой мы должны руководствоваться. Является основой этой морали православной для нас. А банкиры этого не имеют, у них другой проект. Они в антагонизме ко всему этому, к этим ценностям. Вот частичный список спонсоров Барака Обамы. Ну вот те же самые банкиры, та же самая Федеральная резервная система. Основное финансирование идет от Ротшильдов. Там Сорос активное участие принимал. Сорос – это агент Ротшильдов. Ну и то же самое можно сказать и о Западной Европе, о Саркози. Приход Саркози к власти был обеспечен в результате такой тщательно спланированной операции, которая была подготовлена ЦРУ, Моссад и британскими спецслужбами. И в центре вот как раз Ротшильд, это друг Саркози. То есть тут тоже завязка на банкирах. А вот внизу Ален Буэр. Это человек, который один из четырех главных фигур, ключевых фигур в окружении Саркози. Он бывший руководитель ложи Великий Восток, масонской ложи Великий Восток Франции. А сейчас он вот приближен. Мы говорили, что масонство – это щупальцы хазарской антисистемы. Вот, соответственно, все взаимосвязано. Кристаллизация двух планетарных субъектов, геостратегических отношений, глобальной империи, глобального каганата и России. Вот сейчас происходит это как раз кристаллизация. Теодор Герцль в свое время основоположник сионизма. Это теория была порождена как раз хазарской антисистемой. Так вот он сказал, чтобы владеть миром, надо владеть Россией. Ну правильно, Россия – главное препятствие на пути нового мирового порядка. Мы об этом уже говорили. Чтобы овладеть миром, нужно овладеть Россией. Именно поэтому Россия становится главной мишенью. Главной мишенью. Вот это два имперских ядра – кристаллизация. С одной стороны, консолидированный Запад и глобальная, формирующаяся глобальная империя, глобальная Хазария, а с другой стороны Россия, как главное препятствие на пути осуществления планов строительства царства Антихриста. И вот это очень интересная вещь. И происходит атака в этой связи, атака на Россию сейчас. Одним из главных направлений атаки на Россию является атака на русскую историю. Атака на монархическую идею, на имперскую идею, идею имперской православной государственности. Смотрите, что сказал Маккейн, это один из кандидатов, соперник от республиканцев, соперник Обамы. Опасность России в русской ностальгии по империи. Очевидно, что целью России является восстановление старой Российской империи, не Советского Союза, а Российской империи. Вот чего они боятся. Они боятся восстановления православной государственности. Они боятся восстановления и создания, и укрепления Третьего Рима, который опирается на православную веру. Вот чего они боятся. Они боятся идеи Российской империи. И поэтому идет атака на нашу историю. Поэтому идет дискредитация всего того, что связано с Российской империей.
Поэтому идет дискредитация тех периодов нашей истории, когда Россия была особенно сильна. И они, их опасения основаны вот на чем. Смотрите, сторонников монархии в России, по данным ВЦИОМ, 93 год 6% сторонников, 96 год 15%, 97 год 18%, 2000 год 20%, 2006 год 22%. Через два года эта цифра увеличивается практически вдвое. И сейчас сторонников монархии в России 41%. Царь-император Александр III сказал известную фразу. Он сказал: «В России нет друзей, нашей огромности боятся. У России только два надежных союзника – ее армия и ее флот». Это наша огромность заключается не только в территории. Это наша огромность заключается в огромности нашей веры православной, нашей духовности и нашей государственной имперской идеи. И эта идея православная, идея государственная, всегда в России шли рука об руку тогда, когда Россия процветала. И вот что бы они там ни говорили относительно своих таких планов благостных, но на самом деле, вот что пишут относительно России. Вот что пишет один из биографов Обамы. Он написал такую неофициальную биографию, неавторизированную такую биографию. Вебстер Тарпли. Вот что он пишет. Обама будет энергично проводить политику Сороса-Бжезинского, направленную на усиление конфронтации с Россией, используя для этого предлоги защиты прав человека и различные гуманитарные соображения. Это то, что американцы обкатали в Югославии в рамках концепции «гуманитарная интервенция». Нет более безумной идеи, чем вступать в войну с Россией. Но именно на это нацелен Обама. Вот справа этот символ американских учений. Ежегодно в конце года, в течение уже нескольких последних лет, в Америке происходят самые мощные, самые дорогостоящие, такие масштабные учения, военные учения, которые называются Vigilant Shield. И там по сценарию, главное, что в сценарии заложено, это сценарий ведения крупномасштабной войны против России. Включая, в том числе, отрабатывается сценарий ядерной войны. Вот я хочу обратить ваше внимание на эту эмблему. На эмблему, которая взята для этих учений. Вот помните этот лозунг, видите, внизу написано: «Nemo me impune lacessit». Видите? Вот и по краям две змеи навстречу друг другу. Колено дано. Вот как символы идут сквозь века. И герб, вот напоминаю вам, этот самый, там тоже вся атрибутика колена данного и тот же самый девиз. Две змеи. Никто не причинит мне зла безнаказанно. Поэтому, понимаете, вот когда даже слова, которые они такие, ну, вроде бы прикрывая свое истинное отношение, говорят в наш адрес, могут обмануть. Но вот символы никогда не обманывают. Они наиболее красноречиво свидетельствуют о намерениях и о сути тех, кто ими пользуется. Вот что пишет Панарин о возможной динамике развития этих отношений, которые сейчас складываются в мире.
Перед лицом такой перспективы следует оценить возможные варианты поведения западной цивилизации. Наиболее вероятный сценарий связан с продолжением нынешней линии наступления по всему фронту, в том числе в форме наступления НАТО, с дальнейшей консолидацией Запада как системы, противостоящей не Западу, и по логике этого противостояния обретающей все более милитаристские черты. В предельном своем выражении эта тенденция ведет к Третьей мировой войне. А вот современное высказывание. Генеральный директор Всемирной торговой организации, ВТО, куда мы так стремимся, Лами Паскаль, он говорит, этот кризис, нынешний кризис, тяжелым бременем ложится на политиков и ставит мир на грань войны. Ну вот здесь тоже говорится, это вот такая диаграмма, где диаграмма, кстати, от Федеральной резервной системы, составленная филиалом Федеральной резервной системы в Америке. Вот первый такой красный эллипс – это денежная масса, которая была выпущена во время Великой депрессии. Дальше после Великой депрессии последовала Вторая мировая война. А дальше идет вот третий такой эллипс горизонтальный, идет период стагфляции. А дальше, видите, скачок, другая депрессия, которую называют уже не великой, а величайшей, greatest, величайшей депрессией. И дальше следует вопрос, что другая мировая война, выход другой мировой. То есть, понимаете, это в принципе планируется, это имеется в виду, это подчеркиваю, что это Федеральная резервная система, филиал Федеральной резервной системы в Америке. Вот такой материал выпустил и такую диаграмму представил. Поэтому можно ожидать перевода мирового финансового кризиса в военную фазу. Вот военный бюджет США, планируемый на 2010 год. Всего 663,7 миллиарда долларов. Это несмотря на кризис. Военный бюджет растет. 533,7 миллиарда долларов – это основные расходы. Они на 4% больше, чем в прошлом году, в 2009 году. Плюс дополнительные расходы 130 миллиардов долларов на войны в Ираке и Афганистане. То есть вот 663 миллиарда и 7, почти 664 миллиарда, туда входят две цифры. 130 миллиардов – это войны в Ираке и Афганистане, и 533,7 миллиарда – это основные военные расходы. Для чего такая мощная подготовка? 533,7 миллиарда. Для чего такая мощная подготовка военная? Если они говорят везде о том, что они настроены на мир, если они хотят мира. Где опасность? Если они говорят об опасности, которая является Аль-Каида, но ячейки Аль-Каиды находятся на территории стран НАТО. Против кого они собираются вести войну? Кроме того, один из ведущих английских политиков, Робин Кук, в свое время заявил, что Аль-Каида – это файл в компьютере. Аль-Каида – это по-арабски база данных. Это файл, в котором содержались фамилии маджахедов, которых ЦРУ наняло для ведения войны в Афганистане против России, против Советского Союза, против советских войск. Аль-Каида – это файл в компьютере, созданный самими же американцами. Так против кого же вот эти 533,7 миллиарда долларов? При этом, когда этот бюджет военный представлял министр обороны Роберт Гейтс,
Он сказал, что мы переориентированы сейчас в модели войны, мы ориентируемся не столько на традиционные войны, сколько на антипартизанские войны. То есть они готовятся воевать с народом стран. То есть антипартизанские войны – это войны против народа, который может позволить себе не согласиться с новым мировым порядком. Ну вот, военный бюджет – это, видите, совокупные расходы на оборону в мире, 2008 год. 2010 год военный бюджет составляет 40% совокупных мировых расходов на оборону. Ну, это при таких расходах должны быть глобальные планы и должен быть глобальный противник, который требует таких расходов. Вебстер Тапли пишет: ареной новых угроз теперь является уже не Средний Восток, но прежде всего Россия. И это показали события в Грузии. Весь американский внешнеполитический истеблишмент истерически сосредоточен на сведении счетов с Россией. Это реванш очередной Хазари. Это новая форма политики элиты оси Лондон, Нью-Йорк, Вашингтон, стремящийся таким образом навязать англо-американский мировой порядок на следующую сотню лет. Война в Осетии. Эта война и победа в этой войне была вопреки всему и несмотря ни на что. Вот русское воинство в этой войне продемонстрировало то, о чем писал в свое время Деникин. Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых принести свою кровь и жизнь на разрушаемую родину, это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу. И мы должны верить в наши победы. И мы будем верить в них. И помнить слова святого князя Александра Невского, сказанные им накануне неравной битвы со шведами. Братья, нас немного, а враг силен. Но не в силе Бог, а в правде. Не побоимся множества врагов, потому что с нами Бог. На том стояли... Стоим и будем стоять. И так победим. Спаси Господи.